Привет-привет, Тоша! Привет-привет всем! Все, кто зашел на канал Попугайчик ТВ, будем снимать Тошу издалека. А то он всегда стесняется, когда мы подходим ближе. Вот как Тоша наш весело играет со своим любимым мячиком. Хотя, с другой стороны, наверное, нет у него любимых игрушек. Я думала, все-таки есть, нету. Для него все игрушки любимые. Все зависит от настроения нашего Тоши. На какую игрушку он сейчас настроен, та у него и любимая. Да, Тошка? Тошка со мной согласен. На данную минуту любимая игрушка – это мячик. Видите, что я ему там положила? Диск. Тошка смотрит диск. Да, Тош? Если вы увидели, он там стоит, фанерочка, да, чтобы штору загородила я. Потом, чтобы он эту фанерочку не грыз, я поставила вон собаку. Теперь, чтобы он собаку не грыз, я поставила диск. Не знаю, что я в следующий раз поставлю тоже. А? У меня уже, наверное, там городушки скоро будут. Да. И вот нравится ему тот угол, вот вынь да положь, туда его тянет, как магнитом. И чтоб ему туда не поставили, все равно он попробует на свой клюв. Да. В других местах он так не пробует, не клюет. А вот именно в этом углу. Ну, наверное, любимое место Тоши. Тош, я про тебя рассказываю, да. Как ты безобразничаешь. Сейчас вот видите, атакует мячик свой. Тошка. Картошка. Тошка-картошка. Мы его так зовем. Тошка-картошка. Любимая. Ага. Такой озорной, веселый наш Тошка. Да. Как кошка. Скучать он нам не дает. А мы не даем скучать вам, нашим зрителям. Да. Мы делимся своим позитивным настроением со всеми. А кому понравилось наше видео, ставьте лайки. А тот, кто еще не подписан, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал Попугайчик ТВ. Вас впереди ждет много интересного, забавного и смешного с нашим попугайчиком Тошей. Тошей, да. Вот такой забавный попугайчик. Наш попугайчик. Красавчик. Подсказывает, мне тут комментирует, лежит Полина. О, какие глаза. Полинина, да, Тоша? Они что, красные? Нет. А вот такая погода у нас на улице сейчас. С утра было солнышко. Погода меняется на глазах. Видите, ходят тучи. Я так думаю, что, наверное, дождик соберется сегодня.
Видите, какие тучи. И сильный ветер. Ну, на этой теме про погоду мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пока-пока.